по ММА, Панкратиону, победитель международного турнира по ММА, я так понимаю, Алаш Прайд. Судя по сокращению по аббревиатуре. Но я думаю, что ринг-анонсер нам сейчас все объяснит. Да, вот что интересно, как ты заметил, уже не мальчик, и в то же время у Жандоса опыта поменьше, чем у более молодого Матвея Сазонова. Ну, буквально на один поединок. Боец команды Рот. Его возраст 22 года. Его рост 180 сантиметров. Его рекорд ММА – 2 победы, 0 поражений и 0 ничей. Двукратный победитель клубного турнира по ММА «Взломанный лед» 2012-2013 год. Победитель международных турниров по ММА «VSR Overtime» 2012 год. И «Истра Liberation» 2014 год. Приветствуйте! Матвей Можа-Можа Сазонов! В красном углу. Боец из Казахстана, Алматы, команда «Алаш Прайд». Его возраст 28 лет. Его рост 176 сантиметров. Рекорд ММА. Одна победа, ноль поражений, ноль ничей. Призер Казахстана Пожек-Пежек 2012 год. Победитель отборочных республиканских турниров по ММА Панкратиону и победитель международного турнира по ММА RPAP World 2. Казахстан 2015 год. Жандос Хаскур Исабеков! Не работаем, позвоночник не работаем, локтями в голову не работаем, коленом в голову только в стойке, сетку не хватаем. По команде стоп, прекращаем все действия. Все понятно? Поприветствуй друга. Удачи обоим, к углам. Итак, первый раунд, все наставления розданы, все регалии представлены. Настало время для драки, дамы и господа. Да, я вот уже попробовал пробить лоу Исабеков. Такая стойка у Матвея больше на боксерскую похожа, да? Так высоко руки держат, близко к голове. Ну и Исабеков выбрасывает левый прямой по-боксерски. А вот сейчас уже опять на лоу. Хорошо, подхватил ногу Сазонов. Все, бокс закончился. Да, началась борьба. Похоже, не очень хочет в этой борьбе участвовать. Исабеков попытался подняться, закидывает ногу. А где же вторая? Вторую ногу не позволяет освободить Сазонов. Хорошо работает, хорошо контролирует соперника. И пытается выйти на боковой контроль Матвей, чего мы ему и желаем, конечно же. Нет, не позволяет выйти на боковой контроль оппоненту Исабеков. И пытается забрать руку на кимуру Жандос. О, хороший удар, жесткий по туловищу в исполнении Сазонова. А вот и кимура пошла. А уходить-то уже некуда Сазонову. Но терпит, терпит. Матвей молодец. А здесь просто нет фиксации ногами, поэтому выполнить прием довольно непросто. Да, и нечеловеческие усилия на лице Жандоса. Терпит, терпит Сазонов, хотя, опять же, ему есть куда терпеть. Но если сейчас перевернется, может выйти на болевой прием на руку, на рычаг локтя сразу же Исабеков. Ищет, ищет вот этот самый угол атаки Исабеков, но пока не находит. И на самом деле это очень травмоопасно. Потому что Сазонов терпит, да, и понятно, что адреналин, все дела, но можно очень серьезную травму получить. Более того, Сазонов пытается и сам провести контратакующий прием. Да, но по счастью, еще раз подчеркиваю, Исабеков не контролирует соперника ногами, поэтому Матвею есть куда уходить. Есть пространство для того, чтобы не дать оппоненту выполнить этот самый болевой прием. Все, вроде бы вырвался Матвей, и можно дальше продолжать работу. Хорошо, Матвей, молодец. Как на. Выбрался из очень опасного положения Матвей Сазонов.
Большой молодец. Ну, теперь надо взять реванш за тот самый эпизод. Хорошо обходит защиту из ног оппонента Матвей. Что дальше? С другой стороны, хорошо защищается здесь Исабеков. Не позволяет Матвею влезть маунт. Работает по туловищу с переводом на голову Сазонов. Все правильно. Все в лучших традициях ММА. Поднимается на ноги Сазонов. Защищается ногами Исабеков. Пытается встать все время Жандос. Не хочет бороться. Да, здесь, конечно, нужно контролировать эмоции и не случайно не ударить соперника ногой в голову лежащего. Немножко рискует Матвей Сазонов. А вот сейчас уже контратака в исполнении Исабекова. Удары коленом в исполнении казахского спортсмена. Так, и похоже, что начинают забивать россиянина, да, очень жаль. Вот, казалось бы, стоило, да, Матвею вот так выбираться из этой кимуры для того, чтобы потом вот так уступить. Очень обидно. Вот мы говорили о боксе в начале, но по сути вот боксерским способом этот поединок был завершен. Боксерским ударом, простите. Ввиду отказа от боя в пятом бою Айкидо победу одержал на времени 4 минуты 27 секунд в первом раунде. Жандос! Хаскур Исабеков! Не сложилось у меня впечатление, что Матвей Сазонов отказался от боя. Ну, просто рефери остановил бой, потому что там... Я с тобой полностью согласен, потому что там начиналось форменное избиение, и Сазонов просто сел и начал закрываться. Конечно, поединок в такой ситуации нужно останавливать. Очень жаль, потому что Матвей достойно сражался, очень мужественно выбрался из опаснейшего положения, но потом в итоге все равно уступил.